эксперимент по задуванию в трубку воздухом под разным углом. Как видно, датчик откалиброван. Инициализировал, естественно, заглушенным датчиком воздушной скорости. Сейчас я снимаю трубочку и будем смотреть за показаниями. Сориентировал сначала фен ровно. Включаю, смотрим. Включаю на максимальную мощность. Смотрим. Трубка дует напрямую в датчик воздушной скорости. Смотрим. Но смотрите, какой угол при этом стал. Поменьше угол. Идеально перпендикулярно. Как ровненько дуло. Вообще никакой разницы. Ну, как-то так. Как видно, даже такая большая кривизна установки датчика воздушной скорости не приводит к драматическому изменению его показаний.